Советградский полк двигался к линии фронта. Большинство его солдат, как и солдат всей русской армии, были из простых крестьян. Их отцы еще помнили крепостное право. Многие из них не умели ни писать, ни читать. Телефон и аэроплан считали чудом. Они шли на фронт, где война встречала их гигантскими орудиями и пулеметами, дирижаблями и броневыми машинами. Некоторые из них понятия не имели, где находится Берлин, а где Вена и чем немцы отличаются от австрийцев. Но на их землю напал враг. Русский солдат брал ружье и шел защищать свою родину. Малиновский! Вставай, Родион. Выступаем. Куда мы? За Кудыкину гору. И более мне таких вопросов не задавай. Военная тайна. Говорят, шпиона поймали. Сидел на столбе по проволоке, про наш полк передавал. Ну так тут его сразу и шлепнули. Туда ему и дорога. Видишь? А может, это вовсе не шпион-то был, а телефонист линию поправлял? Может, оно и так. Так теперь поминай, как звали. Война, браток. Германия и Австро-Венгрия спровоцировали и втянули в войну Россию и ее союзников. Неожиданная и страшная своим невиданным оружием, эта война паровым катком катилась по Европе, захватывая и страны, и людей, которые не имели ни желания, ни даже возможности воевать. Первые под колеса военной машины попали жители маленькой Бельгии. Это королевство придерживалось нейтралитета. Однако через ее территорию немцы планировали нанести удар по Франции. Бельгийскому королю Альберту I Германия выдвинула ультиматум: или посторониться и открыть границу для прохода немецких войск, или почувствовать на себе всю их мощь. На размышление давалось 12 часов. И чтобы не покрыть себя позором, Бельгия решила сражаться. 5 августа немецкие войска подошли к бельгийской крепости Льеж. Крепость контролировала переправы через реку Маас. Мир Хауфман, все мосты взорваны. Черт, немедленно наведите понтонную переправу. Так точно. Бельгийцы взорвали все мосты, а когда противник стал наводить переправу, крепость открыла огонь. Такой поворот событий заставил немцев изменить планы и начать штурм Льежа. Льеж считался одной из самых мощных крепостей Европы. Каждый ее форт представлял собой укрепление из железобетона. Основная их часть находилась под землей, а на поверхности виднелась лишь насыпь с орудийными башнями. В башнях меньшего размера были установлены скорострельные пушки и пулеметы. Всего около 400 орудий. Компании! Рота, вперед! Держать равнение в цепи! Винтовки на руку! Шагом марш! В свою первую атаку немецкие войска пошли как на парад. И тогда орудия крепости ударили по наступающим колоннам. Немецкие шеренги буквально смело огнем. Быстрее! Держать линию! Держать линию! Из воспоминаний бельгийского офицера. Они падали друг на друга, образуя страшную баррикаду из убитых и раненых. Мы даже стали опасаться, что она закроет нам обзор,
и мы не сможем вести прицельный огонь. На следующий день немецкая пехота получила неожиданную поддержку. Что это? Это дирижабль. К крепости приближался дирижабль. Он пролетел над укреплениями и сбросил 13 бомб. Мощные форты выдержали этот удар, а от взрывов погибло всего 9 человек. Но этот эпизод навсегда вошел в историю. Мир еще не знал ничего подобного. Теперь война несла разрушение и смерть не только с земли и с моря, но и с неба. В жизни человечества наступила новая эпоха. Эпоха воздушных бомбардировок. Оболочка дирижабля наполнялась водородом, а двигался он при помощи двигателей с воздушными винтами. Размеры этих летательных аппаратов поражают до сих пор. Дирижабль «Цепелин Ц-4» достигал в длину 142 метров. Для сравнения, самый большой из современных самолетов Ан-225 «Мрия» имеет длину 84 метра. Три мотора позволяли развивать скорость в 77 км в час. Максимальная высота полета – 1800 метров. Дальность – 2700 километров. Расстояние от Парижа до Москвы. Этот воздушный монстр был прекрасной мишенью. И это стало ясно в первые недели войны. Опасность представлял и тот факт, что водород – горючий газ, который мог взорваться от малейшей искры. Уже в первый месяц войны «Цепелин Ц-5» был подбит русской артиллерией, совершил вынужденную посадку, а его экипаж попал в плен. Аппарат, бомбивший Льеж, также пострадал от обстрела. Дотянуть до базы машина не смогла. Посадку совершили в лесу, и дирижабль оказался полностью разрушен. Немцы подвели к Льежу подкрепление. 100 тысяч солдат пытались выбить бельгийцев из крепости, но безуспешно. И тогда в дело вступило еще одно немецкое чудо-оружие – Большая Берта. Ваше превосходительство, Большая Берта прибыла. Отлично. Большая Берта – гаубица немецкой фирмы «Крупп», которую прозвали «убийцей фортов». Калибр этого орудия составлял 420 миллиметров, а снаряд весил почти тонну – 900 килограммов. Вес самой пушки – 43 тонны, а для ее обслуживания требовалось 200 человек. Снаряд орудия образовывал воронку глубиной более 4 и диаметром более 10 метров. Всего их выпустили 9 единиц и впервые применили при осаде Льежа. 4 дня Большая Берта вела огонь по фортам. Одна за другой башни крепости выходили из строя. Раненый комендант Льежа генерал Жерар Леман попал в плен. Из лагеря военнопленных он написал королю Альберту: «Я бы с радостью отдал свою жизнь, но смерть отказалась от меня». 15 тысяч бельгийцев были убиты или попали в плен. Под стенами крепости остались лежать 25 тысяч немецких солдат. Вскоре почти вся Бельгия была оккупирована немецкими войсками, а ее маленькая мужественная армия, продолжая сражаться, отступила в Антверпен. Таким было первое сражение этой войны. Около 40 тысяч жизней за штурм всего одной крепости. Люди, которые еще вчера слушали Штрауса, сеяли хлеб и спорили о социализме, сегодня на себе испытывали, что такое война моторов, машин и технологий. А безжалостный монстр двигался дальше. Следующей на очереди была Франция. Ее армия вдвое уступала немецкой по численности и в разы по вооружению и подготовке солдат. Это знали и немцы, которые планировали покончить с Францией за 39 дней,
и французы, которые теперь лихорадочно искали помощи у союзников. Англия всего несколько дней назад вовсе отказывалась от своих обязательств перед Францией. Теперь англичане готовили высадку войск во Франции. Но их 87 тысяч солдат было не просто мало, это было почти ничто. Вся надежда у французов была на страну, которая всегда платила по счетам. Они обратились за помощью к России. Президент, министры и генералы умоляли Николая II начать боевые действия как можно раньше. Это отвлекло бы значительные силы Германии с Западного фронта на Восточный. Царь понимал, что если Франция падет, то Россия останется с врагом один на один. И хотя русская армия еще не успела завершить мобилизацию и полностью подготовить войска, Россия согласилась помочь. Русское командование организовало два наступления. Войска Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии против Германии, а части Юго-Западного фронта против Австро-Венгрии. Предполагалось, что оба эти фронта свяжут противника на севере и юге, а затем собранная в Польше ударная группировка начнет наступление на Берлин. 17 августа, на следующий день после падения Льежа, две русские армии начали операцию в Восточной Пруссии. Первой командовал генерал от кавалерии Павел Карлович фон Рененкампф, один из многочисленных представителей русских немцев, столетиями служивших дому Романовых. Вторую армию возглавил генерал от кавалерии Александр Васильевич Самсонов. Уже через три дня армия Рененкампфа нанесла немцам тяжелое поражение под городом Гумбинином, а войска Самсонова быстро продвигались вглубь вражеской территории. Командующий немецкими войсками фон Притвиц слал в Берлин панические телеграммы и собрался отступать за Вислу. Это означало бы для Германии потерю всей Восточной Пруссии. Начала наступление и французская армия. Первый ее удар был нанесен в Эльзасе и Лотарингии. 44 года назад эти провинции захватили немцы, но здесь по-прежнему жило много французов. Немало их было и в Мюлузе. В первый же день наступления французские войска взяли этот город, и жители устроили им восторженную встречу. Всю Францию охватило ликование, но длилось оно недолго. Немецкие войска подвели резервы и выбили французов, а войдя в Мюлуз, не раздумывая, расстреляли тех, кто приветствовал армию Франции. Главнокомандующий французской армии генерал Жоффр был в ярости. Он заявил, что само слово «отступление» должно быть вычеркнуто из французского языка. Жозеф Жак Сезар Жоффр, сын мелкого торговца вином. Добровольцем ушел на франко-прусскую войну 1870-1871 годов. Впоследствии дослужился до начальника генерального штаба. Имел прозвище «Папа Жоффр». Отличался суровостью и склонностью к обжорству. В это время 87 тысяч британских солдат наконец-то переправились через пролив Ла-Манш, чтобы присоединиться к французам. Командовал экспедиционными силами фельдмаршал Френч. Джон Дентон Пингстон Френч. Начинал службу во флоте. Затем перешел в кавалерию. Боевой опыт получил в Африке. Был известен как большой любитель женского пола. Помимо двух жен, имел множество любовниц. За небольшой рост его прозвали «маленький фельдмаршал». Имя этого военачальника получил военный китель особого покроя – «Френч», который пользовался популярностью среди офицеров. Пока англичане маршировали к линии фронта, папа Жоффр снова бросил свою армию в наступление. Он считал, что в Арденнских лесах позиции немцев наиболее уязвимы. Удар назначили на 21 августа.
Но именно на эту дату запланировали наступление и германцы. Утром 20-го дня войны в Арденнах стоял густой туман. И солдаты двух армий, столкнувшись друг с другом, даже не поняли, с кем имеют дело. Иди, постреляй! Началась перестрелка. С какой стороны стреляют? Откуда огонь? Ничего не видно. Кто стреляет? А на следующий день битва уже полыхала вовсю. Примкнуть штыки. В атаку. Огонь рядами. Происходившее на поле боя представляло собой смесь героизма и безумия. Французы несли чудовищные потери из-за отсутствия обмундирования защитного цвета. Их синие мундиры и красные штаны представляли собой великолепную мишень для немецких винтовок и пулеметов. Особенно выделялись французские офицеры в парадной форме и белых перчатках. Эта бравада привела к тому, что всего за три дня боев в Арденнах погибли, были ранены и попали в плен более 20 тысяч французских солдат. Этот разгром несколько отрезвил Жоффре. Солдатам запретили бросаться в штыки и приказали учиться рыть окопы. 30% французских генералов были уволены со своих должностей. Жоффр свалил на них вину за свои ошибки, обвинив в отсутствии наступательного духа. Французы, а теперь вместе с ними и англичане, отступали по всему фронту. Дело явно шло к катастрофе. От столицы Франции немцев отделяли 40 с небольшим километров. В Париже началась паника. Правительство перебиралось в Бордо. Парижане, узнав об этом, бежали из города кто куда мог. Закрылись магазины, опустели бульвары и шикарные гостиницы. Тем временем в руки французов попали секретные документы с планами немцев. Казалось, что сама судьба помогает французам. Жоффр приказал атаковать первую германскую армию, которая ближе всего находилась к Парижу. Так началось одно из крупнейших сражений войны – битва на берегах реки Марна, в котором приняли участие почти 2 миллиона человек. Однако уже через два дня боев французские войска вновь оказались на грани поражения. Спасти положение могла марокканская дивизия, прибывшая в Париж из африканских колоний. Но лишь половину ее личного состава смогли перебросить на фронт по железной дороге. И тогда командующий обороной Парижа генерал Галлини нашел оригинальное и единственное решение. Он реквизировал для нужд армии все парижские такси. 600 автомобилей «Рено» целую ночь занимались переброской солдат на позиции. Утром марокканская дивизия вступила в бой и остановила немцев. Вскоре те начали отход. Париж был спасен. Позднее парижские такси назвали спасителями Франции. Именно в разгар этих боев командующему немецкими войсками во Франции приказали отправить два корпуса на русский фронт против Самсонова и Рененкампфа. Успешное наступление русских заставило германское командование принять экстренные меры. Вместо запаниковавшего фон Притвица немцы назначили командующим генерала Гинденбурга. Пауль, Людвиг, Ганс, Антон фон Беннекендорф und фон Гинденбург. Генерал-фельдмаршал. Офицерские погоны надел в 1866 году. Участвовал в войнах с Австрией и Францией. Находился на пенсии, но с началом войны вернулся в армию. Любил крепко поспать. Собираясь ко сну, шутя говорил: «Пойду, подумаю о службе». Собрав все возможные силы, немцы обрушились на армию генерала Самсонова. В окружение попали 17 русских пехотных полков. В русских частях, ушедших далеко вперед от своих тылов, не хватало боеприпасов и заканчивалось продовольствие. Армия Самсонова еще сумела нанести немцам ряд поражений, почти неделю прорываясь из кольца. Но вскоре все было кончено. Остатки русских войск немцы добивали из тяжелой артиллерии. Того, кто не погиб, ждал плен.
Вместе со штабом в окружении оказался и командующий армией. Помилуй меня, Господи. Не желая покрывать себя позором, генерал Самсонов застрелился. Господа! О помощи, которую оказала Россия своему союзнику, вскоре узнали и во Франции. В те августовские дни французские патрули в качестве пароля использовали фразу «Vive la Russie» – «Да здравствует Россия». Из дневника императора Николая II получил тяжелое известие из 2-й армии, что германцы обрушились с подавляющими силами на 13-й и 15-й корпуса и обстрелом тяжелой артиллерии почти уничтожили их. Генерал Самсонов и многие другие погибли. России, которая менее всего желала этой войны, предстояло нести на себе всю ее тяжесть. Эти дни напоминали события 1812 года, когда весь народ сплотился вокруг своего царя. Ему верили, за него молились, на него надеялись. В стране прекратились забастовки и антиправительственные выступления. Тысячи молодых людей записывались добровольцами. Составы отправлялись на Запад, а оттуда приходили санитарные поезда с тысячами раненых. Россия превращалась в огромный госпиталь. Во дворцах Санкт-Петербурга работали мастерские, которые готовили перевязочные материалы. В царском селе, где жила императорская семья, открылось множество лазаретов. Царский лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин организовал больницу прямо у себя дома. Раненым помогала его дочь Татьяна и нанятый доктором персонал. Лазаретом стала и часть царского Екатерининского дворца. Юный наследник престола, цесаревич Алексей, был тяжело болен, но его мать, императрица Александра Федоровна, со старшими дочерьми Татьяной и Ольгой, окончили курсы медсестер и значительную часть времени проводили в госпиталях. Государыня с дочерью ассистировали при операциях. Ольга убирала палаты и дежурила у тяжелораненых. Две младшие княжны, Мария и Анастасия, были еще слишком малы. Но и они вместе с цесаревичем Алексеем посещали больницы, чтобы поговорить с ранеными и приободрить их. Несмотря на поражение в Восточной Пруссии, народ искренне верил в своего царя, в свою страну. Тем более, что южнее, в боях против Австро-Венгрии, русские войска одерживали убедительные победы. И не только на земле, но и в воздухе. 26 августа 1914 года в небо над западноукраинским городком Жолква взлетел русский самолет. Это был аппарат, изготовленный из дерева, обтянутого обычным полотном, а тросы-расчалки над крыльями придавали ему сходство со швейной машинкой. Самолет «Моран» производился во Франции и экспортировался в Великобританию и Россию. Детали крылатой машины укладывали в ящик, и она начинала свой долгий путь к русскому заказчику. Невероятно, но чтобы открыть ящик, собрать машину и выпустить ее в полет, требовалось всего 2 механика и 11 минут времени. Из навигационных приборов в кабине имелся только компас, а двигатель развивал мощность меньшую, чем у современного спортивного мотоцикла. От ветра и возможного пожара пилота защищала кожаная куртка, перчатки и очки. А от пуль, выпущенных с земли, лишь обычная сковородка, которую многие пилоты укрепляли на своем сиденье. Парашюта у летчика не было, а из оружия имелся лишь револьвер в кобуре. Легкий самолет болтало в воздухе. Управлять им и одновременно попасть во вражеский аэроплан из пистолета было задачей совершенно невыполнимой. Встретившись в небе с врагом, авиаторы быстро расстреливали все патроны и чаще всего мимо цели. После этого оставалось только грозить противнику кулаками. Такой была авиация в 1914 году. Такими были ее пилоты в Германии, во Франции, в России. Сегодня даже трудно представить, сколько отваги требовалось от людей, которые поднимали в воздух машины, сделанные из фанеры и ткани, и направляли их туда, где гремели бои. Летчику, который поднял свой «Моран» над Жолквой,
было всего 27 лет, но его знала вся Европа. Лучший из лучших. Штабс-капитан Нестеров. Петр Николаевич Нестеров. Офицерскую службу начинал в артиллерии. В 1912 году стал военным летчиком. Занимался конструированием самолетов и теорией полета. В 1913 году первым в мире совершил знаменитую «мертвую петлю». Эту фигуру высшего пилотажа до сих пор называют «петлей Нестерова». Нестеров командовал 11-м авиаотрядом Юго-Западного фронта. И хотя основной задачей авиации в начале войны была разведка, Нестеров считал, что аэроплан может быть оружием куда более грозным. 26 августа Нестеров находился на аэродроме, когда в небе появился австрийский самолет «Альбатрос». Русский летчик неоднократно утверждал, что можно совершать таран вражеского самолета и при этом не повредить свою машину. Сейчас перед ним был враг, который вел разведку, а, возможно, и готовился сбросить бомбы. Нестеров бросился к своему самолету. Не успев пристегнуться к сиденью, он поднял машину в воздух. Летчик догнал австрийца, намереваясь колесами своего самолета ударить по крыльям вражеского. Но расчет оказался неверным, и удар пришелся в середину фюзеляжа «Альбатроса». По словам очевидцев, от удара Нестерова выбросило из кабины, и он полетел к земле. Оба самолета падали вниз практически бесшумно. Не было ни эффектного взрыва, ни вспышки пламени. Аэропланы просто упали на землю и превратились в обломки. Так погиб человек, совершивший первую в мире мертвую петлю и первый в мире воздушный таран. Слава мировой авиации, русский летчик и солдат Петр Николаевич Нестеров. Через 7 месяцев воздушный таран применил поручик Казаков. После удачной атаки пилот благополучно возвратился на аэродром. Пройдет время, и на самолетах будут устанавливать пулеметы, а затем и пушки. Летчики будут иметь радиосвязь и парашюты. Но первые сражения в небе начинались тогда, когда оружием пилотов были лишь мужество и решительность. Ваше высокопревосходительство, официальное сообщение. Что там такое? Читайте. Доблестными войсками 3-й армии генерала Русского взят Львов. Ну как же так? А про нашу 8-ю даже не упомянули. Вы свободны. Все лавры львовского победителя 3-й армии. И что же? Русский тот еще лавкач. Теперь Георгия получит. А они что получат? Они за что воюют? Вся наша 8-я армия. За кресты? Так ведь обидно. И мне обидно. И за себя, и за них. Если бы я за каждый мною неполученный крест, мне что, прикажете жалобу писать на генерала Русского? А солдатам объяснить, что это они Львов взяли? Это они знают и сами. И воевать будут. И с крестами, и без. Так что давайте и мы с вами. Что тут у нас? Спустя несколько дней Россия узнала о новой победе своих войск. Полки двух армий, 3-й и 8-й, заняли город Львов, который тогда входил в состав Австро-Венгрии. В трехнедельной битве за Львов русские войска взяли более 100 тысяч пленных, захватили 640 орудий и 220 пулеметов. 8 вражеских знамен стали русскими трофеями. Юго-Западный фронт, протянувшийся на 500 километров от Вислы до Днестра, продолжал наступление, и вскоре его части подошли к стенам Перемышля. После бельгийского Антверпена и французского Вердена это была 3-я по мощи крепость в Европе. Ее гарнизон равнялся населению целого города и составлял 100 тысяч человек. Русские уже приближались к Карпатам. Оставалось совсем немного до венгерской границы, а там рукой подать и до столицы Австро-Венгрии. В Вене назревала паника, и австрийцам пришлось срочно просить помощи у Германии. У немцев в боях против русского северо-западного фронта хватало и своих проблем. Весь сентябрь Гинденбург безуспешно пытался окружить и разгромить русские войска. Теперь ему пришлось идти на выручку Австро-Венгрии.
Немцы перебросили часть своих сил южнее, намереваясь атаковать русские войска у Варшавы. Австрийцы должны были штурмовать крепость Ивангород. За 4 дня до немецкого наступления русские войска заняли оборону вдоль реки Висла. Осада с Перемышля была снята. Венские газеты радовались этому событию так, словно была одержана грандиозная победа. Крепость даже посетил наследник австрийского престола принц Карл. Именно он занял место Франца Фердинанда, убитого в Сараево. Но эти торжества длились недолго. 8 сентября немцы и австрийцы пошли в наступление. Германские части уже находились у Варшавы, и казалось, что она вот-вот перейдет в их руки, когда в бой вступили сибирские стрелки. Прибыв на фронт, они прямо из вагонов бросились в штыковую атаку и остановили врага. В это время под Ивангородом русские, отбив атаки австрийцев, перешли в наступление, угрожая окружением всех немецких войск под Варшавой. Гинденбург дал приказ прекратить сражение и отступать. За месяц боев немцы и австрийцы потеряли 150 тысяч человек убитыми и ранеными. Русские – 15 тысяч убитыми, 50 тысяч получили ранения. Русские вновь вернулись к Перемышлю, и крепость снова оказалась в осаде. Сражения продолжались еще более месяца. Малиновский, держи конец! Остальные грузимся! Давай! Вот так. Помоги! Отвязывай! Слушаюсь! Здорово! Отталкивай! Осторожно! Сейчас начнется. Смотри внимательно по сторонам. Так, греби. Да осторожней, смотри. Загребай правее, видишь, нас сносит. Все, снаружи. Ну, началось. Братцы, поднажми! Родька, тебя звать, что ли? Ну? Слушай, мне тут говорили, ты умеешь это... О, колбасу хочешь? У германцев забрали. Спасибо тебе. Спасибо. Слушай, а ты меня можешь это... Ну, научить читать? Я из деревни сам. Ну, хорошо. И это, слушай, за корову извини, что ли? Сам ты корова. Ну, я к вам в роту забегу еще. Хорошо, давай, увидимся. Отвоевался, герман. Так ты из Австрии? Я? Я? Да. Warum bist du zusammen mit? А почему ты воюешь вместе с баварцами, а не со своими? Не хочу служить вместе с евреями и чехами.
У вас в Австрии много евреев? Да. А еще больше славянских свиней, всяких чехов и их русских друзей. Ничего. Набьем морду французам, а потом и за русских возьмемся. Так пойдет, верно? Становись. Встать в строй. Смирно. Имя? Отто Шульц. Отто Шульц. Мартин имя? Фоль. Мартин Фоль. Имя? Адольф Гитлер. Так прибыл на Западный фронт будущий фюрер и канцлер Третьего Рейха. В это время здесь сложилась странная ситуация, которую историки впоследствии назовут «бег к морю». Пытаясь обойти и окружить друг друга, воюющие армии все больше смещались к северу, пока не уперлись в берег Северного моря. Результатом этого бегства к морю стало то, что потом назовут позиционной войной. 700 километров фронта от Северного моря до границы Швейцарии превратились в густые ряды колючей проволоки и бесконечные траншеи, в которых солдаты прятались от артиллерийского и пулеметного огня и мокли под дождем, страдая от тифа и дизентерии. Прорвать оборону атаками пехоты было совершенно невозможно ни той, ни другой стороне. Атакующих просто сметало огнем артиллерии и пулеметов. Французы перебрасывали сюда новые полки из африканских и азиатских колоний. Вслед за англичанами воевать отправились канадцы, австралийцы и новозеландцы. Здесь были шотландцы и ирландцы, марокканцы и сенегальцы, арабы и вьетнамцы. И всей этой разноязыковой массе предстояло месить грязь в окопах, ходить в бессмысленные атаки против немецких пушек и пулеметов и отбивать столь же бессмысленные атаки врага. Война уже выкатилась за пределы Европы. Неожиданно войну Германии объявила Япония. Чтобы порадовать население, японская пропаганда шла на поистине головокружительное вранье. Плакаты сообщали, что армия Японии громит немцев в Сибири, освобождая Владивосток и Благовещенск. В реальности Япония всего лишь начала осаду Циндао, немецкой военно-морской базы в Китае. В театры военных действий превращались Балтийское, Северное, Средиземное моря и Атлантический океан, где на моряков наводило ужас еще одно новое оружие – подводные лодки. Немецкие субмарины уничтожили несколько крупных британских кораблей. И лучший в мире английский флот был бессилен перед смертью, приходящей из глубины. Недолго оставались мирными и воды Черного моря. В столице Османской империи, Стамбуле, уже работала миссия немецких военных советников, которая готовила турецкую армию к нападению на Россию. В Черное море вошли германские крейсера «Гёбен» и «Бреслау». И хотя над ними были подняты турецкие флаги, все офицеры и матросы на кораблях были немцами. В конце октября 1914 года турецкие корабли скрытно подошли к Одессе, Севастополю, Феодосии и Новороссийску. По мирным городам ударили орудия. Россия немедленно объявила войну Османской империи, и в ноябре русские войска на Кавказе перешли турецкую границу. Открылся Третий фронт, Кавказский. Корнет Белосельский-Белозерский по вашему приказанию прибыл. Что это? Мой рапорт. Я ходатайствую о переводе меня на Кавказ. Мне надоело сидеть в резерве, поэтому я хотел бы... Получить Георгия? А если и на Кавказе вам прикажут оставаться в резерве? Вы на флот попроситесь? Я воевать хочу. И поэтому? И поэтому вы хотите быть там, где хочется вам. А не там, где вас нужда. Мой долг солдата! Долг солдата – выполнить приказ. А мы, к тому же, гвардия. Прикажут шашки к бою – пойдем в атаку. Прикажут ухаживать за ранеными – станем Красным Крестом. Прикажут оставаться в резерве – будем ждать своей очереди. Петр Николаевич, я же… Знаю. Все знаю.
Одному Богу известно, чем закончится эта война для России. Одно знаю точно. От немцев страна не погибнет. А погубят ее люди, которые не окажутся на своем месте, когда в них нужда будет именно там. Виноват. Виноват я. Я воевать хотел. Я это знаю. Еще навоюетесь. Боев, крестов и крови хватит и на вас. В этом не сомневайтесь. И молите Бога, чтобы не было чересчур. Кругом? Немцы начали наступление на Лодь. Уже скоро. Шагом марш! Под городом Лодь Гинденбург вновь попытался окружить русские войска, создав на главном направлении троекратное превосходство по численности. Но этот напор вновь разбился о героизм русских солдат. Русские оставили Лодь, но большего немцы добиться не смогли. Битва длилась месяц. 160 тысяч убитых, раненых и пленных немецких солдат, 110 тысяч русских. Результат – почти никакого. Войска остались практически на тех же позициях. А 20 век все пополнял армии новыми видами вооружений. В боях за Лодь русские впервые активно использовали бронеавтомобили. Защитить автомобиль броневыми листами первым предложил американский изобретатель Пеннингтон. Странно, но до начала войны от этого изобретения отмахивались военные в Англии, Германии и в других странах. Но опыт русско-японской войны показал необходимость самоходной машины, которая могла бы вести огонь из пулемета и была бы сама защищена от пуль. И в 1906 году в России были изготовлены экспериментальные бронированные машины, которые имели вращающуюся башню с установленным в ней пулеметом. Конструкция этих броневиков постоянно совершенствовалась, и в августе 1914 года в Петрограде начала формироваться первая автомобильная пулеметная рота. В октябре машины, обшитые броней, вооруженные пулеметами и даже легкими пушками, отправились на фронт. Это нехитрое изобретение оказалось очень эффективным в бою. Под городом Лович всего 4 бронемашины позволили без потерь отступить тысячам русских солдат. Их пулеметы и пушки просто не дали немцам приблизиться к переправе. А когда русские войска перешли реку, экипажи бронеавтомобилей взорвали мосты и присоединились к своим. На австрийском фронте русские войска подошли к Кракову и прорвались к Карпатским перевалам. В этих боях отличился человек, который спустя 3 года станет одним из самых известных людей в России. Начальник 48-й пехотной дивизии генерал-майор Корнилов. Лавр Георгиевич Корнилов, сын простого казака, выполнял разведывательные миссии в Афганистане, Китае и Иране. Обладал феноменальной памятью. Без акцента говорил на многих восточных языках и даже писал стихи на фарси. В русско-японскую войну награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Пользовался безоговорочным авторитетом у солдат. 48-ю дивизию Корнилова называли «стальной» за стойкость и боевые заслуги. Во время тяжелых боев в Карпатах у Лубковского перевала дивизия Корнилова несла большие потери в оборонительных боях. Людей в строю не хватало. Чтобы остановить вражеские атаки, Корнилов решил атаковать сам. Он собрал роту саперов, около 200 человек, поставил в строй штабных писарей и всех подвернувшихся под руку солдат. Ночью генерал повел отряд в атаку. Цепью вперед! Рации! Цепью вперед! Австрийцы побежали. 1200 солдат и офицеров противника во главе с генералом Рафтом сложили оружие. Mm-hmm.
Когда Рафт увидел, какими ничтожными силами был побежден, он просто разрыдался. Наступала зима. К середине декабря бои на русском фронте практически прекратились. В канун католического Рождества наступило затишье и на Западе. Солдаты немецкой, французской и английской армии получали из дому множество посылок, в которых, кроме теплой одежды, лекарств и писем, были рождественские подарки и даже гирлянды из еловых ветвей. 24 декабря 1914 года в Бельгии, в районе Ипра, немецкие солдаты начали украшать свои траншеи. Они поставили свечи на своих окопах и на украшенных новогодних елках и начали петь рождественские гимны. В ответ запели и британцы. Счастливого Рождества, англичане! И вам того же, фрицы! Только не объешьтесь колбасой! Никто не знает имя человека, который первым вышел из окопа. Известно лишь, что это был солдат немецкой армии. Вслед за ним еще несколько бойцов направились в сторону противника. Майк, смотри. Они знали, чем рисковали. Открыть огонь могли как чужие, так и свои. Но это было Рождество, и они верили в то, что делают. Счастливого Рождества! Так началось знаменитое рождественское перемирие 1914 года. Солдаты обеих сторон стихийно покидали свои позиции, выходили на нейтральную территорию, чтобы встретиться лицом к лицу с теми, в кого еще вчера стреляли. Без приказа и разрешения, рискуя быть расстрелянным врагом или собственным военным трибуналом. Повинуясь лишь невероятному человеческому порыву, они шли друг к другу, обменивались рукопожатиями и выпивали из одной фляги. Продукты питания менялись на табак, алкоголь на сувениры, пуговицы на головные уборы. Артиллерия замолчала. Брюс Барнсфатер, солдат британской армии. «Я бы не пропустил это уникальное и странное Рождество ради чего бы то ни было. Я увидел, что один из моих пулеметчиков, который был парикмахером, стрижет длинные волосы Боша, который терпеливо стоит на коленях на земле. Состоялось даже несколько футбольных матчей, где с каждой стороны порой играло до 50 человек. Солдаты забирали с поля боя тела своих товарищей, чьи трупы оставались там в течение нескольких месяцев. Кое-где были проведены совместные службы по отпеванию павших. Командование всех армий было против подобного братания. Не везде оно было безопасным, и некоторые солдаты погибли от пуль противника. В последующие годы в канун Рождества обычно приказывали усиливать артиллерийские обстрелы, чтобы не допустить затишья на фронте. Но часто солдаты саботировали эти приказы. Так артиллерия в Рождество обстреливала конкретные точки в конкретное время, чтобы избежать потерь врагов с обеих сторон. По некоторым данным,
в рождественском перемирии участвовало до 100 тысяч человек с обеих сторон. 100 тысяч человек удержались от выстрела во врага, который шел к ним без оружия с открытым сердцем. В Рождество 14 года война с ее оружием, уставами и генералами отступила перед человечностью и естественным для всех людей желанием жить и любить друг друга. Приближался новый 1915 год. Что такое? Разрешите доложить. Враг разбит и оставил свои позиции. Ладно, ладно, вояки. Иди отдыхай. Да. Все, давай. Догоню. Заканчивался год 1914. Первый из четырех лет войны.